момент. Сразу говорю, здесь есть такая достопримечательность, большой-большой бокал. На всякий случай говорю, с него пить не надо. Ну, вообще-то у нас есть сегодня один из главных призов, мы будем разыгрывать, Юра, сколько мы будем разыгрывать? 50 литров пива. Кто знает, что такое 50 литров пива? Будь человеком, не жадись, и нам маленько сахарку отсыпь. Сыпь, сыпь, не тряси руками, больше просыплешь. Ну, все. Но это уже хамство, Жиглов. Насчет хлеба мы не договаривались. А мы насчет сахара тоже не договаривались. Пока, Петюнь. Какие карты, а? Кому надо, кто хочет. А, вот, ждите, ждите. Что у нас тут? Пироводы, пиво, пиваса. Здесь у нас организаторы. Организаторы – это самые великие люди, потому что они организовывают что-то для нас веселое и позитивное. Здесь у нас 10 литров различных сортов пива. Подходите, угощайтесь, не стесняйтесь. Ну, понятно, что есть нюанс, это платно, но... Я так понимаю, что не так прямо уж платно. Если пить пиво, понимаете, где-то там... А здесь, понимаете, нормальная, адекватная цена. Поехали. Добавки, добавки, добавки. Конкурсы, кто первый подойдет сюда, там у бокала нет. Пока нет, потому что за нами активные люди. Активисты, это хорошо. Но еще добавки. Помимо пива, пивасок еще добавил. А пиво? А запить? Здесь у них рыба лежит. Это не рыба, это мужчина. Это маленький для пива. Параллельно тоже пиво лежит. Десять сортов разливного пива. Я не знаю, как вам определять. Вы видите ведущего? Меня тут можно увидеть? Я в желтом. Желтые такие накидки, курточки. Если что, смотрите, я вещаю оттуда, где я нахожусь. Да. Мед, сладости, медь, куст. Кстати, вот смешение вкусов... Не замечает, нужно укусить заново. Очень хорошо влияет на организм. Вот, допустим, ты пробуешь солёное, вот пиво и мед, допустим. Вопрос. Как это называется? Вопрос. Мне надо запить до пива или после пива? Писа. Вы отправляете в Вентилю.